по факту выхода якобы моего интервью в этой газете я сейчас сделал заявление в полицию, чтобы оформить КУСП, и я прошу правоохранительные органы возбудить уголовное дело против тех людей, которые это сделали. Зачем это делается, мне, честно говоря, не совсем понятно. То есть просто снизить, так скажем, снизить рейтинг меня как политика, для меня непонятно почему, потому что нету сейчас выборов, да и в Первоуральске их уже практически с большей долей вероятности 99,9% не будет. То есть я так подозреваю, что люди, которые это делают, они прекрасно знают политическую обстановку в городе. Они знают, что устав зарегистрирован в Минюсте, устав о введении двуглавой системы, уже сейчас на 22-е намечены комитеты, которые будут предполагать, то есть уже такие коренные изменения именно в управлении городом. И говорить сейчас, вводить в заблуждение людей, жителей городского округа Первоуральска, о том, что будут якобы какие-то выборы, якобы Переверзев на них собрался, ну, это неправда, это мягко говоря.